Здравствуйте. Быть на «ты» с финансами сейчас должен каждый. И практически у любого взрослого человека есть свой опыт отношений с банками. За последние годы у нас открылось немало отделений банков, но сегодня мы расскажем о новом уникальном проекте. Банк «Касанова» представил актюбинцам необычную концепцию своего филиала. Большой, комфортабельный офис, в котором посетитель чувствует себя не в роли клиента, а скорее друга и гостя. Именно такой подход был выбран главной стратегией работы «Касанова». Это проект стартовал в 2014 году с покупки здания, и сегодня мы открываем двери этого офиса. В целом, данный формат был разработан в 2014 году группой молодых алматинских дизайнеров. И на сегодняшний день три наших филиала уже оформлены в данном стиле. Банк «Касанова» отличается не только нестандартными офисами, но и инновационными решениями. Я надеюсь, что в ближайшее время вы убедитесь в этом. Сюда вы приходите как будто в любимую кофейню, пообщаться с приятелями, выпить чашку кофе и почитать книгу. Здесь можно найти и модные новинки, и знаменитую классику, посмотреть репродукции картин выдающихся художников, зарядить в зоне Wi-Fi свои гаджеты и оплатить онлайн-платежи. В приятной обстановке легко решаются любые вопросы. Первую прогулку по новому офису, кстати, самому большому из всех, которыми располагает на сегодня этот банк в Казахстане, провел руководитель офиса в Актобе Канат Капаш. Гости на открытие нового отделения моментально оценили нестандартный подход к работе. Сразу чувствуется подход хозяйский, все очень уютно, очень красиво, впечатляет. Мы, как компания-застройщик, очень рады, что в нашем здании разместилась именно банк «Касанова». Хотим пожелать банку, прежде всего, самое главное, побольше клиентов, процветания, благополучия. Все, наверное, что. Самым ярким и необычным моментом открытия филиала стало торжественное вручение символической золотой монеты «Касанова», которая будет служить залогом удачи, богатства и финансового благополучия. Офис, который открылся в здании жилого комплекса «Ренессанс» на проспекте Алии Молдагуловой, занимает более 800 квадратных метров. Из 9 отделений банка он самый большой. Здесь будет уютно и посетителям, и сотрудникам, для которых созданы все условия для плодотворной работы. Месторасположение здания выбрано также не случайно. Филиал будет функционировать в молодой и активной части города. Наш офис соответствует всем стандартам банка и отвечает требованиям в части комфорта, сервиса и современных технологий. Слоган нашего банка – «Быстрый, комфортный, твой». Мы уверены, что сможем ему максимально соответствовать. Жителям и гостям Актобе, несомненно, понравится такой необычный подход к работе банка. Здесь будут доступны все услуги – и расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц, и денежные переводы, депозиты, кредитование, операции с наличной валютой и банковскими картами, а также мобильный банкинг и интернет. К слову, зона Wi-Fi в новом отделении банка постоянно открыта для посетителей офиса. Первые гости уже оценили работу отделения и пожелали банку новых удач. Мы пришли поздравить от имени лица своего коллектива Каната Капашева с открытием филиала. Прекрасное здание, прекрасный филиал. Видно, что сделано для клиентов, для нас. Желаем банку «Касанова» процветания, чтобы банковская портфель пополнялась только положительными проектами. Сегодняшнее мероприятие очень удивило, порадовало. Очень рада, что такой банк открылся именно у нас, в Актюбинской области. Мы желаем в первую очередь, пусть это детище будет здоровым, успешным, быстро встанет на ноги, сделает первые свои шаги. Как врач, как педиатр, прежде всего желаю здоровья, стабильности, ну и, конечно же, успехов. Всего самого наилучшего. Пожелаем и мы успеха новому финансовому дому в нашем городе. Пусть услуги будут доступны, и мы останемся друзьями на долгие годы. Город сегодня всегда на связи с вами. Сообщайте о ваших успехах и проблемах. Пишите комментарии в социальных сетях. Здоровья и благополучия всем. Встретимся на Первом городском телеканале.